Так, закрывай ротик. Вообще не крещена, крещается раба Божия Анастасия. Во имя Отца. Аминь. Так, сейчас. Все. Не бери. Ага. Закрывай. Ротик, закрой. Закрой ротик. Ротик, закрой. И сына. Аминь. Молодец. Еще раз. Закрой ротик. Давай, давай. Раз, два, три. Закрой ротик. Ротик, закрой. Быстрее. Закрой ротик, а то вода попадет. Закрой. И Святаго Духа. Аминь. Все. Ну, Настя сама съела, видала, как она? Все, Настя. Ну, все. Открывайся. Ну кто? Михаил съел все? Давай. Айда, не бойся. Давай, Миша, не бойся, ну, наверное, просто, Аня, держись. Так я рядом, давай, я уже нырну. Я-то держу, ты что? Быстрее, а то я замерзну. Давай, садись. Не надо руками. Руки вот так вот сделай. Сложи, как я тебя держу в руках. Я держу тебя, хорошо держу. Смотри, Настя какая смелая. Давай. Я крепко тебя держу. Для Царства Небесного, иначе давай. Не бойся. Ручки, сложи руки. Рот закрывай. Крещается раб Божий Михаил. Во имя Отца. Аминь. Руки. Тихо. Закрывай рот, закрывай. Держать. И сына. Аминь. Еще один раз. Рот закрывай. Так, закрывай рот. И сына Духа. Аминь. Молодец. О, все, он был смелый какой. Я даже не думал, что такой смелый. Так, тебя как зовут? Аня. Давай, держись за меня. Не бойся, я держу тебя. Так. Наша некрещенная крещается, раба Божия Анна. Ногами становись на дно. Закрывай рот, закрывай. Крещается, раба Божия Анна, во имя Отца. Аминь. Держи. Так, закрывай рот. И святая, и сына. Аминь. Еще раз. Молодец. И святаго Духа. Аминь. О, берите ее. Слава Богу, а Миша еще раз хочет? Настя, пошлите. Настя еще хочет?